Для меня волонтер – это пример человечности и бескорыстия. Главная цель волонтера – помощь ближнему. Я захотела стать участником такого важного и нужного движения, ведь каждый человек рожден для того, чтобы творить добро. Свою волонтерскую деятельность я начала еще со школы и не собираюсь останавливаться. Мы все – будущие учителя-дефектологи. И, в частности, больше всего мы работаем с детьми с особенностями психофизического развития. Задача нашего объединения «Равенство» – дать ребенку с особенностями возможность быть частью общества, быть такими, как мы все. Наши волонтеры проводят благотворительные акции, помогают в выздоровлении детей в летних лагерях, участвуют в подготовке и проведении различных праздников. Самые яркие впечатления у меня оставили благотворительные забеги. Мы провожали и встречали людей, играли с детьми. И улыбки, и хороший настрой согревали в холода и ненастье. Волонтерство для меня – это возможность получить профессиональный опыт. Работая с детьми с аутизмом, я поняла, что они все очень разные. Каждому нужны свои приемы. Но когда получается установить контакт с ребенком, он начинает понимать тебя. Это окрыляет. Работа в инклюзивном театре позволяет применить на практике знания, полученные в университете. 2 года назад в нашей беседе я увидела сообщение от девушки, которая передвигается на коляске, о просьбе волонтерства для ее участия в летнем лагере. С этой девушкой мы сдружились, и этой осенью она пригласила меня для сопровождения на конкурс красоты для девушек-колясочниц в Челябинск. В Беларуси я состою в общественной организации под названием «Особый маршрут». И мы сейчас находимся в активном поиске новых волонтеров. Волонтерство, несомненно, сделало меня сильнее как физически, так и морально. Я планирую заниматься этим и дальше. Проводя различные мероприятия и игры с детьми, ты испытываешь различный спектр эмоций. Изначально это может быть немного волнительно, но потом, когда ты видишь какие-то успехи, улыбку детей, ты становишься более уверенным в себе. На вопрос, почему я здесь, я могу честно ответить. Для того, чтобы дарить детям улыбки, для того, чтобы они понимали, что они являются детьми и что им нужна забота, внимание и любовь. Если в вас живет желание помогать, дарить внимание и поддержку тем, кто в этом нуждается, приходите к нам. Нас